Во вторую субботу августа отмечается День физкультурника. В преддверии наши репортеры встретились с удивительной спортсменкой, заслуженным тренером России Светланой Морозовой. Ее коронная дисциплина – прыжки в высоту. И кому, как не ей, задавать вопрос, можно ли все-таки прыгнуть выше головы? Светлана Николаевна уже 18 лет работает тренером легкой атлетики. О работе в школе Олимпийского резерва она и не мечтала. После окончания спортивной карьеры пришла в родную спортшколу заниматься физзарядкой. После этого все и закрутилось. Вернее, побежала и запрыгала. Ну, мне очень нравится, что ко мне попадают способные, одаренные дети. Бог дает таких детей. Я вижу отдачу, фанатизм. Они пропитаны буквально фанатизмом до мозга костей. Мне очень здорово с ними работать, нравится. Очень приятно с такими спортсменами иметь дело. У них цели высокие. Сын Светланы, Сергей, решил, что называется, обскакать свою маму. Только он в прямом смысле слова. У меня мама тренер. С самого детства, получается, я присутствовал практически на большинстве тренировок. Видел, как ребята занимаются, тренируются. Ну и вот, как-то само собой так получилось. То, что я пришел уже в профессиональный спорт. Тренируюсь так же, как все, можно сказать. Ну, в зависимости от физической подготовки, к каждому относится по-разному в плане нагрузок. А так, в целом, все одинаково, все так же. С воспитанниками она строга и требовательна, дотошно следит за каждым движением тела. Техника, помноженная на талант спортсмена, возведенная в степень ответственности перед любимым тренером, городом, республикой и страной. С ней всегда легко получается достигать целей. Понимающий, это в первую очередь для спортсменов очень важно, чтобы тренер понимал нас, чувствовал, и с ней приходится сворачивать горы. Не то, что даже приходится, а получается сворачивать горы. Их горы – это стометровки беговых дорожек, которые складываются в тысячи километров. Десятки барьеров, которые нужно взять и которые не должны превратиться в неприступные стены. Ева Крутова, Юлия Адюкова, Наталья Гордеева, Бахтияр Велиев. Республика.